В Ульяновске сегодня стартовала 6-я межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии строительства, ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах». Организатор – ассоциация «Радор», которая почти 30 лет объединяет территориальное управление автомобильными дорогами. Сегодня главная задача для всех регионов – успешно реализовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сделать все возможное для того, чтобы национальный проект успешно реализовывался, показатели были достигнуты. И самое главное, чтобы пользователи автомобильных дорог не только узнали о том, что показатели достигнуты, но и воочию на дорогах ощутили те изменения, которые сегодня происходят в отрасли, чтобы дороги становились на самом деле и безопасными, и качественными. До 2021 года автодорожную конференцию принимали Рязань, Красноярск, Уфа, Барнаул, Новосибирск. Внимание участников встречи на мостовые переходы. Коллеги из 27 субъектов, а это 120 человек, приехали познакомиться с передовыми подходами и рисками в управлении дорожным хозяйством. На этой площадке собираются все передовые подрядные организации, научные сообщества, экспертное сообщество, где будет рассмотрен ряд передовых технологий, методы работы, ремонтных работ, которые, несомненно, все повлияют на улучшение качества строительных работ при ремонте искусственных сооружений. Участники конференции также отправятся на осмотр реконструкции моста через реку Сельдь. Работы планируют завершить в сентябре. Также коллеги из других регионов ознакомятся со вторым пусковым комплексом президентского моста, который строится полностью за счет федеральных средств и будет запущен уже в августе.